Всем добрый вечер, тогда мы, господа, с вами, как всегда, мы продолжаем проходить Jurassic Park The Game, и мы пытаемся найти наших пропавших друзей. Так, что здесь у нас? Не видно никаких признаков. Не успел заметить чего. Никаких признаков их присутствия, просто деревья. Так, о, вон там они, вижу дым. Так. Ты думаешь, они пытаются подать нам сигнал? Я думал, именно захнет почитать. Что это было? Птицы прямо по курсу направляются прямо на вертолет? Черт возьми, что они делают? Воу! Так, птеродактер! Держись! Фига себе, он пихнул, века! Ой, я не верю в это! Верю, что я не сказал. С пилотом, мы потеряли высоту. Давай, нажимай. Вниз. Бок. Бок. Вниз. Бок. Наконец. Извини, дружище, я собираюсь на время занять управление. Взять управление на себя. Давай быстро. Падаем. Надеюсь, мышкой не надо пользоваться. Я очень не хочу мышкой пользоваться сейчас. Ух. Оскар. Дикав, отключки. Оскар. Пилот. Сможешь приземлиться на этом? Это без проблем. Все, вот и окончен наш полет. Мы знаем, что у вас есть множество вариантов для перелета через воздушное пространство, кишащие динозавры. И благодарим вас за выбор авиалайнер Йодер. Хорош. Фу, кое-как честно справился. Ну что, где мы? На земле. Я думал, мышкой надо. О боже, Винжина чумеет, когда там получат счет за это. В таком случае им надо бы страховаться. Страховка Пиран, да? Сможешь починить? Да, мне понадобится около месяца. У тебя есть час. Нормально. В ящике с инструментами есть изолента. Спасибо. Джунгли здесь другие. Другие? Для меня все эти заросли одинаковы. Кстати, помнишь секунду? Кажется, я что-то слышал. Я тоже. Это дилофазавр. Может, это наши выжившие? Может быть. Но мы все еще довольно далеко от места, где ты заметил костер. И... выдвигаемся. Мне есть все прочесть. Я чувствую запах дыма. Смотри-ка. Они близко. Подожди. Это может быть небезопасно. Знаю. Для таких случаев у меня есть... Что у него есть? План Б? Или что? Или он сказал вот это? Так. Оскар, здесь определенно был лагерь. Все факты налицо. Осталось найти их следы. Что, следы искать? Так. Ну, костер смотреть не будем. Так, это не их следы, ладно. У меня тут свежие следы. Вроде как динозавров. Тихо. Ой. Держу пари, что мамочке это не понравится. Вот черт. Успел. Ты слышишь? Успел. Хорош. Не нажал. Черт. Тихо. Отстань. Дующая фигня. Держи его. Оскар, кто-нибудь, помогите. Черт. Ой, больно. На тебе. Не то нажал. Нет. Я на серебро хочу пройти. Хотя бы серебро. Вот, спасибо тебе, дружище. Ты живой? Оскар, слава богу. Я уж подумал, что мне конец. Я говорил тебе, будь осторожней. Что было это за хрень? Неважно, что это, я собираюсь убить его. Да подожди. Эй, потише, мужик остынь. Все кончено. Дай ему уйти. Смотри, ты победил. Она теперь уже никогда не ранит. Что? Слушай, спасибо. В любом случае, я так и не смог найти их следы. Фу. Туда. Да ты Шерлок Холмс, Оскар.
Вы понимаете, что мы направляемся прямиком к обрыву, не так ли? Оттуда нет пути вниз. Нам нужно найти обходной путь, что займет у нас, не знаю, полдня. Так что... Да, так точно. Там есть старая тропа, по которой можно спуститься. Воу. Воу, американские горки, хорош. Что за... Ух ты. Почему ты мне рассказал об этом? Вот так. Ну, не все аттракционы были готовы. Я не хотел внушать тебе лишнюю надежду. Это очень старая тропа. Она пережила шторма, землетрясение. Слушайте, поздно. Поздно идти в обход, и слишком опасно возвращаться назад. Нужно воспользоваться рацией. Вызов спасательную команду — это наш единственный способ выжить. Там внизу. Мы можем поехать на этой штуке. На ней мы можем спуститься. Мы пойдем на этом. Это пульт. Кажется, с помощью его можно установить рельсы напротив. Да, но это аварийный пульт. Кроме того, он явно не готов к эксплуатации. Ну, похоже, это единственный выход. Либо ты находишь безопасный способ нас спустить, либо я сброшу тебя вниз. Если получится восстановить питание, я могу отсюда перевести аттракцион в тестовый режим. Что за тестовый режим? Он меняет пути. Так же, как и пульт безопасности. В основном его используют рабочие для ремонта путей, а не для веселья. Но я не вижу ни одной тележки на рельсах, папа. Восстанови питание. Идем дальше? Да, становится темно. Мы уже не сможем вернуться назад. И, похоже, динозавры готовятся. Как хочешь, что ли? Они будут охотиться на нас? Ну, они пока еще далеко, но лучше надолго на весне задержаться. Послушайте, если мы хотим добраться до берега живыми, мы должны работать сообща. Понятно? Ты пойдешь со мной. Нужно поставить пару тележек на рельс. Фу. Блин, как это сложно читать-то. Вот, используй пульт. Так ты поможешь мне вернуть тележки на рельсы. А я еще знаю, как он работает. Папа, для чего они... У них нет сидений. Думаю, это ремонт на тележке. Нужно брать их с путей и поставить тележки, в которых... Да ну... И чё? Вот как они ставили тележки. Ставили, точнее. Поставьте тележки на рельсы в правильном порядке, на рельсах могут находиться до 4 машин одновременно. Убери подмостки. Я должен это сделать, она слишком тяжелая. Ого-го. Батя, ты краном управлять умеешь? Похоже, кран еще работает. Отлично, теперь сделай что-нибудь полезное. Какой ты? Давай в ту сторону, да? Да. Я прямо могу. Мне опустить надо обязательно? И чё? Да? Да. Хорош. Эй, а что насчет этого? Можно его использовать? Нет. Что в смысле? Зацепи его за подмостки, и с помощью крана мы можем убрать их с пути. Во, подмостки. Я думаю, как это называется? Отойди, Джесс. Ты сам нажмешь, нет? Сам, молодец. И-ха. Правильно, по аттракциону долбанул. На пути их уже некуда ставить. Нужно сначала убрать одну тележку. Слышишь, там крутони. Так, сейчас будет очень сложно. Как убрать? Это ставить. Все хорошо. А это убирать, да? Да, хорош. Так, почему у карусели есть питание, а у аттракциона нет? Шторм или еще что-то вывело из строя систему питания. Что еще работает, а что-то уже нет. А что-то. Так, там не влезет. Давай крутани еще. Опа, сейчас будет интересно, как это я сделаю. Так, стоп. Мне сидеть, смотри. Она глупая, конечно, но можно попробовать. Так, засунь. Да.
4, да? А, работает. А, вообще-то это прикольно. Крутани еще. Все, хорош, я понял. Присоединяем. Надо это убрать. Она лишняя. Крутани. Еще раз крутани. Так. Назад. Еще назад. Крутани. Назад. Хорош. Командная работа. Тимворк. Крутани. Крутани. И ставь. Раз. Два. А еще надо четвертую. Вроде правильно. Эй, все тележки на рейсах. Теперь твоя очередь. В смысле? Что это? Я не знаю. Хищники. К счастью, они еще далеко. Я не могу точно сказать, кто это. Точно не Тирекс. Определенно не Тирекс. Хм. А что делать? Тут пульт какой-то. Давайте сюда сходим. А. Судя по всему, подстанция должна быть где-то здесь. Будь там, отойди. Я даже знаю, где она. Хорошо, так что же мне искать? Электроподстанцию. Ищи дверь. Ну вон она, сразу видно. Большой электронный щит. Бабах. Такой звук должен быть. Папа, я нашел двери. Здесь можно включить питание? Похоже на то. Открой дверь и включи основной рубильник. Открывай. Двери заперты. Но ключа у меня нет. Все нормально. Я просто разобью стекло. Чем? А, камень какой. Лежит. Так я смогу попасть внутрь. Нифига себе. Тебе еще сам браться надо было, чтобы кинуть. Круто. Давай. Да, давай. Хорошо, я смогу попасть внутрь, но что мне искать? Джесс, там внутри два больших переключателя. Но тебе, наверное, до них не добраться. Есть глупая идея. Она очень глупая. Да, она, по-моему, рабочая, да? Так, сейчас мы сломаем дверку. Блин, я это помню все. Это читерство, но я это помню. Почему бы и нет? А, вот. Давай, ну, возьми. Фига. Джесс, будь осторожна. Что ты хочешь делать с этим крюком? А, дверь. У меня есть план. Тебе понравится. Так, папа, твоя очередь. Отойди. Хорош. Круто. А теперь мы можем... Опа. Так, щиток электроснабжения. Включить питание. И еще один, да, наверное? Хорошо, вот один. А, ну да. Давай, хоп. Нажмешь сама? Молодец. Тут его не надо нажимать. Добро пожаловать на... Костотряс, нифига себе. Похоже, питание у нас есть. О, круто. Ладно, возвращайся. Что вы будете делать, если появится спасательная команда? В смысле? То есть, они, возможно, слышали этот звук? Давай сейчас не будем о спасателях. Погнали, чё? Ну. А это как? Во, давай сюда, я понял, все, я понял, это гениально. Смотри, так, отлично, это пульт управления. Теперь я смогу перевести реакцион в тестовый режим. Ну вот, да, лучше переключить режим. Это тестовый? Серьезно? Йоси. Ну, должно сработать. Вместо обычного круга аттракцион становится и высадит нас в служебные выходы. Запускаем.
на рельсах, пройдено. Ого. Ну вот, пока аттракцион в тестовом режиме, это должно быть безопасно. Скорость будет невысокой. Ну же, чем раньше мы пойдем на берег, тем быстрее все это закончится. Вон шейкер, как там кот сотряс. Держитесь, это будет короткая поездка. Ну это хорошо. Эта штука быстрее может? Пап. Какой-то гирирозавр эти, что ли, с Джорси Бортовышку? Ну, по крайней мере, не похоже. Что это? Нам нужно переключить стрелку. Прыгись. Прыгнул самолет. Чё? Ой, фу, я взял. Фу, думал, не взял. Есть. Да. Хорош. Все. Пока. Пока. Нифига ты. Дарик, на, пожалуйста. Уйди туда. Хорош. Ой, я еще правильно нажал, вообще не знаю, куда нажимать. Я думал, такой вниз. Пап, ты в порядке? Я в порядке, милая. Сиди спокойно. Ой, пронесло. Да ладно, о нет, вон еще. Я хочу слезть, я хочу слезть. Ты же хотела покататься. Чего? Ну, ну стреляй, стреляй, стреляй. Ну, ну, ну. Стреляй уже. Хорош. Выдрючек, пожалуй. Прыгись. Бошку снесет еще. Вот это плохо. Это очень плохо. Фига себе, они еще держатся. А, не нажал, не нажал, не нажал. Ну вот, снова. Прыгись. Хорош. У, вот это аттракциончик. Вот черт, отстань. Слышу. На. Хорош. Ух. И чуть-чуть ему пропали. Пап. Все хорошо, солнышко, мы теперь в безопасности. Пап. Выходи сейчас же. Ой-ой, не успел. Держись. Успел нажать. Слышь, держись. Есть, успел. Хорош. Давай-давай-давай. Мимо, помоги. В смысле нет? В смысле, я что, не выполнил? Все хорошо, солнышко, я держу тебя. Нима. Я использую кран. Давай, быстрей. Нет времени. Давай, давай, хорош. Успел, ну. Держу. Опа. Вы откуда? Хорош. Бля, в последний момент успел. Молодец. Ура. Спасибо. Опа. Ты. В смысле ты? Что теперь? Сейчас мы прокатимся. Прошу, не говори прокатимся. Ха-ха. Зашло. Так, как ты называешь эти штуки, которые преследовали тебя? Херозавры? Гирозавры? Из триаса периода. Сейчас, когда мы их смогли вывести, можно легко квалифицировать их. О, да, ранний терапод. Это именно о чем я говорил все эти годы. Верно, Оскар? Где Дэнни? Дикаф. Где Дикаф? Дикаф. Так. Ты берешь на себя вертолет, а я проверю периметр. Оставайтесь на месте. Так. Эти двое знакомы. Хм. Интересно. Хьюнсон 21, да? Давненько я таких уже не видела. Ты про что? Приятель, твой пилот настоящий неряха. Прикуси язык. Чё, какая разница? Ряха, неряха или ряха? Даже не думай об этом. Писали Дэнни. Его заклинило. А, подожди. Дэнни. Недри, что ли? Ой-ой. Вот это плохо.
Ой-ой-ой-ой-ой. Оскар. Мне не нравится то, что здесь происходит, чувак. Пистолет Декафа заклинило. Там кровавого следа никогда не бросала. А, Дэнни, Декафа. Тут. Декаф порвал без вести. Пропал? Пропал? Ни в коем случае, чувак. Он должен был остаться в вертолете. Он должен был где-то здесь. Билли, ты чувствуешь это? Мы уже потеряли подразделение Браво и Билли. Послушай, мы никуда не полетим без Декафа. Я имею в виду, мы так и договаривались, верно? О, чувак, я не позволяю тебе превратить это в нигер. Полегче. У нас проблема. Это очень большая проблема. Ребят, бегите. Вертолет, сейчас же. Даже компи бегут с нами. Не надо что-то делать, нет? Думаю, нет. Вы заберете? Оскар, у меня нет питания. Я разберусь с этим. Давай это. Попробуй. Ну. Ты видел это, Оскар? Мне не нравится происходящее. Пошустрее. Включить надо еще. Нажимай. Попробуй сейчас. Давай быстрее. Раз. Эти батареи не реагируют, попробуй другую. Ой-ой-ой, там чей-то хвост. Слушай, нам надо убираться сюда, сейчас же. Я знаю, я работаю над этим. Вытащи. Ставь любую, быстрее. Я думаю, вот это, по центру которая. Да, вот это, давай. Вставляй. Хорош. Давай. Бери. Пробуй. Бери. Работает? Если у тебя есть другая батарея, то пробуй. В смысле? Третья? Серьезно? Ну почему? Почему не вторая? Давай. Где вот? Бери ее. Так. Теперь качай. Я уже слышу шаги. Пробуй сейчас. Емушка, давай. Все? Отлично. Ух ты, у нас есть питание. Хорош. Черт. Это очень плохо. Здрасте. Мы вас не ждали. Ой-ой-ой-ой. Ой, давай быстрее, в смысле? Успел. Фу. Вытащи нас отсюда, Билли. Я пытаюсь. Меня начали. Нет, хорош. Билли, красавец, справился. Эй, Тирекс. Пока. Не достал. Хе-хе. Так, стоп. Итак, ребята. Ролик достаточно уже долго длится. 20 лишних минут, я думаю. Надеюсь, что ролик вам понравился. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Тем самым вы меня мотивируете делать ролики дальше. И всем удачи, всем пока.